некоторые пеларгошки, мои маточные кусты отросли, и можно будет сейчас почеренковать. Кусты, кстати, абсолютно сухие, я их поливала дня 3 назад. Оставляю 1-2 почки и делаю чик, и готово. Куст будет обрастать. Срезанный черенок полежит часа полтора до того, как я его буду высаживать в стаканчик. Смотрите, вот номер подписала на черенке. Вот эти циферку 5 написала прямо на черенке. Стаканчики у меня 100-миллиметровые на 100 миллилитров. Грунт из почвы брикета, остатки. Ну вот, обдираю листочки. Получаются вот такие вот череночки. Все так просто. Вот то воткнул, воткнул, и готово. Ну и, конечно, нужно пронумеровать все как всегда. Берем маркер, подписываем циферку. Немножечко вот так полью. Сейчас покажу, как. Вот немножко. Вот с такой вот груши, клизмы, я не знаю, как она называется. Все, готово. Для пеларгонии никакую тепличку я не делаю. Ставлю просто на стеллаж под подсветку, где все растения стоят, без теплички.